Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Подых струн» и я, ее ведущий Анатолий Длузкий. Продолжаем вас знакомить с авторской песней Беларуси. Присылайте на наш сайт смс-сообщения, делитесь своими впечатлениями, задавайте нашим гостям вопросы и комментарии оставляйте на сайте www.3belarus.by. Мы, группа «Нави», играем чуть больше 2 лет, вместе с Ксюшей поем, дарим людям тепло, радость и хотим, чтобы на земле было больше добра. А сегодня у нас в гостях дуэт Ксения Жук и Артем Лукьяненко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как называется первая песня? Песня, с которой вообще все началось у нас. Началась вся история. Мы вот ее записали, выпустили, и у нас такая отдача от людей пришла, от многих СМИ, что мы поняли, что надо продолжать. Песня называется «Обними меня». Ты чуешь, замолкают все сады, и зорки тихо назирают. Глядишь мне, и подых теплыни вабить нас и мы лучшаи. Ты бачишь, у свете только мы, и нас одних нема на свете. Как нас с тобой окутал ветер. Обними меня, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкоджать, шира чувать, як яно имкливо б'ється. Ты помнишь, в обдымках тишини мяне у космос притуляла. А ты спытаешь, это назавжди, это назавжди позірком споткала. Обними мяне, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкоджай, шира чувать, як яно імкліва б'єцца. І обдымі мяне, крышку помолчи, дай послухать твоє серце. Не перешкоджай, шира чувать, як яно імкліва б'єцца. Обними. Спасибо. Чудесно, здорово, прекрасно, превосходно. Особенно Ксения, она так живет прямо в этой песне. Что мы сейчас будем петь, расскажи мне. Давай «Выберу сам» споем. Тогда это писал опять же Артем. Песня называется «Выберу сам». «Выберу сам». Той, хто споткав уже своє, побач твоє руки тепло, сонцем согретиє наскрозь. Той, хто повірив перемог, і тільки коли заплющить в очі, наш берег тепер такий безконці, і тільки коли
калі заплющить очі. Кожний свій день і кожний свій крок я виберу сам, я виберу сам. Кожний свій день і кожний свій крок я виберу сам. Тут можна похлопати. Давайте вместе, да? Сон мой, история життя. Наш берег тепер такий безконці, і тільки калі заплющить очі. Кожний свій день і кожний свій крок я виберу сам, я виберу сам. Кожний свій день і кожний свій крок я виберу сам. Кожний свій день, кожний свій крок виберу сам, я виберу сам. Кожний свій день, кожний свій крок я виберу сам. І тільки калі заплющить очі, наш берег тепер такий безкінці. І тільки калі заплющить очі, кожний свій день і кожний свій крок я виберу сам, я виберу сам. Кожний свій день і кожний свій крок я виберу сам. Кожний свій день, кожний свій крок виберу сам, я виберу сам. Кожний свій день, кожний свій крок виберу сам, я виберу сам. Да. Спасибо. Я удержался, чтобы в пляс не пойти. Видите? Да, молодец, Ксения зажигает. И так на концертах постоянно. Да, огонь в глазах. В общем, тогда мы сейчас споем одну из моих песен. Эта песня называется «Наш мотив». Она родилась тогда, когда мы познакомились, потому что мы очень много стали проводить времени вместе, сочинять музыку. И поэтому она называется «Наш мотив». То есть наша история в этой музыке, можно сказать, и есть. Давай. Нас вообще во всех песнях можно хлопать. Это наш сон, это наш мотив. Все, что не важно, оставь позади. Это наш сон, это наш мотив. Музыку солнца лови. Все это не важно, больше я хочу с тобою очень побывать, где облака. Мы с тобою не нарочно потерялись там, где можно, и остались полетать. Это наш сон, это наш мотив. Все, что не важно, оставь позади. Это наш сон, это наш мотив. Музыку солнца лови. Пусть сюжет этого фильма повторится с новой силой и заполнит тишину. А записки под дверями, надпись на оконной раме вернет день, где поцелуй. Это наш сон, это наш мотив. Все, что не важно, оставь позади. Это наш сон, это наш мотив. Музыку солнца лови. Как будто на концерте. Фа-ла-ла-лай, фа-ла-ла-лай, фа-ла-ла-лай.
Это наш сон, это наш мотив. Все, что не важно, оставь позади. Это наш сон, это наш мотив. Музыку солнца. И это наш сон, это наш мотив. Все, что не важно, оставь позади. Это наш сон, это наш мотив. Музыка солнца нави. Ребята, спасибо большое, что вы к нам пришли. Вы внесли такую струю молодости, задора, солнца. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в гостях был дуэт Артем Лукьяненко и Ксения Жук. Удачи вам и счастья. Спасибо. Спасибо. Мы, гурт «Рахіс», радуем уже слухачев своей музыкой, своей творчеством с 2007 года. Радуем и акустичными спевами, и электричности. Вот тому... Сочите за нашим гуртом, за нашей творчеством и слухайте нас. Дорогие друзья, у нас в гостях группа «Рахіс». Здравствуйте, ребята. Добрый день. Привет, Аня. А давайте первую песню. Давайте. Первая песня называется «Европа». «Европа». Кто автор музыки стихов? Я, Денис Филипенко. Судовно. Чакаем. Маляваў свой лепшы момант. Наш беларускі Марк Шагал. Там задыхаўся цяжкім смогам. Холодны лёндонскі квартал. Вальтер крычаў свае ідэі. Змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў. І думкі думаў Герадот. І стары добры Лёндан. І пахмурны Брусель. И флегматичный Стокгольм, и солнечный Марсель. Добрый день, моя Европа. Як живешь, расповедай. Для меня ты так далека. Як забыты дзіўны край. Першым поспехам культур на захад рушыў Магелан. Ствараў імпрэсіі з натур. Французскі майстар Поль Сезан. Там навучаўся наш Скарына. И небо прагнул Галилей. И стал пригожим, як картина. А жил раптом Колизей. Добрый день, моя Европа. Як живешь, расповедай. Для меня ты...
як забыты дзіўны край. І стары, добры Лёндан, і пахмурны Брюссель, і флегматычны Стокгольм, і сонячны Марсель. Удобно, дякую. Зараз мы сыграем. Песенька называется. Песня называется. Так, как и называется наш альбом «Поміж сонцем и хмарами». Добре. Поміж сонцем и хмарами задыхалися марами и натхненнями дыхали. Гэта все, что могли. Разважанні над сэнсам і светам не прыносяць спакою паэтам. У паветры застылі пытанні пра мінулае і пра чаканні. Хто не бачыў голыя сцены і ў аганнях спаліў свае нервы, падазрона глядзеўшы на вены. Гэта ты, гэта я, гэта гены. Опа, на, 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 на. Про спотканні, захварэўшы светлай ідэяй, і не веру больш у каханне, бо стаў бачыць усё чорна-белым. Опа, на, 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 на. Какая следующая песня, как называется, кто автор? Песня «Знічкі», ось, напевно, самая лиричная из нашего альбома. Автор я, Дмитрий Развинский, музыка, слово. Добре. Взимку снежень прийде, змінить весны мае, усміхнуться калядные зоры. У натхненні маім адлюструецца дым, пераліецца ён у цёплыя словы. Взімку снежань прыйдзе, зменіць вёсны мае, ён пакіне свой позірк маўклівы. На замерзлым вакне, а ў маёй галаве
перетворить ян думки в спомины. Як сыпали знички, плакали вербы ля ручаёв и давних дорог. Як сыпали знички, плакали вербы и догорали дзівосным костром. Як сыпали знички, плакали вербы и хахинала листота дажом. Як сыпали знички, плакали вербы ля ручаёв и давних дорог. И давних дорог. Кольки часу прошло, ты изменилося все, и сплялися у косы стяжины. Догорели костры, ветер скрал туманы, на землю тихо легли сняжины. А тих давніх дорог, що подарував нам Бог, не знайти у засніжаним морі. І мінорний мотив моєго серця порив викликає усі ті ж спомини. Як сипали знички, плакали верби для ручаїв і давніх дорог. Як сипали знички, плакали верби и догорали дивосным костром. Як сыпали знички, плакали вербы и хахинала листота дажом. Як сыпали знички, плакали вербы для ручаёв и давних дорог, и давних дорог. Жалко, что так быстро время пробежало, поэтому спасибо вам большое и до новых встреч. Дякую вам, до встречи. Это была группа «Рахис». Меня зовут Олег Семенов. Я с удовольствием занимаюсь авторской песней, если можно так сказать. И в моей работе, когда у меня проходят сольные концерты, я с удовольствием посреди концерта беру гитару в руки и исполняю песни, написанные мной. Это своеобразный такой глоток воздуха живого исполнения. Итак, дорогие друзья, следующий наш гость, лауреат международных конкурсов, лауреат премии за духовное возрождение, награжден медалью Франциска Скорины, белорусский певец Олег Семенов. Олег, я еще добавлю, ты организатор группы «Чистый голос». Давно это было, Толя, но это так. Но все равно. А какие песни мы будем сегодня петь? Первую песню, которую я хотел, это скорее название у нее «Романс». Она стилизованная под романс. Это стихи, музыка моя. Называется «Не печалься, любимая». Пожалуйста. Печалься, любимая, я ничуть не устал, когда целую ноченьку я тебя целовал. Пусть зимою простуженной прогонял я беду, но
дорогой завьюженной на рассвете уйду. Белыми вьюгами все замело, вешними водами все унесло. Правдами нас не понять. Мы с тобою, любимая, не подвластны годам. Я тебя ненаглядную никому не отдам. Крылья рук лебединые я губами ловлю. Я тебя, мою милую, несказанно люблю. Белыми вьюгами все замело, вешними водами все унесло. Разными правдами нас не понять. Будут годы счастливые, будет холод и зной, будут ночи тоскливые, будешь ты не со мной. Эту даль непроглядную я в душе берегу. Я тебя ненаглядную несказанно люблю. Спасибо. Здорово. Олег, романс, пожалуйста. Романс. Ну, на этот раз он скорее будет более, наверное, песня. Я написал эту песню на стихи замечательной белорусской поэтессы Валентины Поляканиной, которая называется «Белая церковь». Синее небо, медь на крестах, белая церковь, черный монах, в каменных сводах тают слова. Оглядимся и постоим, душу откроем и помолчим. Кто не успеет, тот подождет, кто не сумеет, тот пропадет. Терпения, слез пелена, капля за каплей, чаша полна. Мир многолюден, мы не одни. Хмурые лица, черные дни, только надежда. Только
только надежда и живы слова. Так здорово и так вот бальзам на душу. На душу. Какая следующая песня? Есть замечательные стихи Сергея Есенина, я знаю историю написания этого. Оказывается, вот я предысторию расскажу, буквально полминутки. Да. Есенин, когда он лежал в больнице, потому что в ресторане его там чуть ли не убили бандиты, насколько я знаю. Mm-hmm. И он лежал в больнице, и вот его окошко из больницы выходило во двор. И в этом во дворе рос старый клен. Клен. И он смотрел. И вот так родилось знаменитое стихотворение «Клен ты мой опавший». И вот я просто хочу, чтобы поклонники вашей замечательной передачи услышали этот романс. Хорошо. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоит нагнувшись под метелью белой, или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулял. Ты вышел, и как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче стал нестойким, не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опасным. Я спою песню на стихи Арсения Тарковского «Вот и лето прошло». На пригреве тепло,
на пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, все, что сбыться могло, мне как листики палы, прямо в руки легло, прямо в руки легло, только этого мало. Понапрасну не зло, понапрасну не зло, ни добро не пропало. Все горело светло, все горело светло, только этого мало. Спасала. Мне и вправду везло, мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло, день промыт, как стекло, только этого мало. Понапрасну не зло, понапрасну не зло, ни добро не пропало. Все горело светло, все горело светло, только этого мало. Спасибо вам большое. Олег, ты украсил сегодня нашу программу, потому что действительно такой краски, такого профессионализма у нас, наверное, еще не было. Спасибо большое. В авторской песне все равны. Согласен. Да. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, это была программа «Подых струн» и я ее ведущий Анатолий Длузский. Заходите на наш сайт. Счастья вам, здоровья, любви, творчества и всего самого-самого хорошего.